друзья, нереальная красота получилась и нереальная вкуснотища. Сейчас мы начнем их пробовать. Ну, я просто знаю, что они сумасшедшие вкусные. Сейчас мы возьмем сюда кусочек имбиря с чесночком. Идеальная степень прожарки. Очень вкусные. И все это у нас дополняет очень вкусное сухое вино. Ваше здоровье. При вкушении Нового года, через недельку Новый год, прям настроение уже праздничное. Везде играет музыка Кока-Колы, везде Деды Морозы. Хотим вас поздравить с наступающим и напомнить о том, чтобы быть здоровыми, нужно поменьше есть. И, конечно же, поменьше пить. И поменьше, да? Ах да, и самое главное, не забывайте, нужно подписаться на наш канал и поставить лайк, чтобы ничего не пропустить.